Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Максим Гончаров, врач-психотерапевт, член Совета директоров Всемирной ассоциации позитивной психотерапии. У нас только что состоялась очередная встреча Совета директоров Всемирной ассоциации позитивной психотерапии. Сегодня у нас для вас отличная новость, просто великолепная. И право поделиться этой новостью я предоставляю президенту Всемирной ассоциации позитивной психотерапии Хамиду Пизышкяну. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я не знаю, чем вы занимаетесь в конце этого года, но у нас будет 6-й мировой конгресс по позитивной психотерапии. Это будет в Турции, в Анталии. Это начинается 17 ноября 2014 года. Это будет очень интересно. Это будут люди, коллеги из почти всему миру, из 15 или 20 различных стран. Dann, очень интересная программа, культурная программа, экскурсия, научная программа. Это будет очень интересно, и мы вас все приглашаем. Приходите на этот конгресс и увидимся там. Спасибо.